Меня зовут Игорь Прус, я руководитель общественной организации «Салим». Это видео записываю для того, чтобы найти своего друга. В четверг, на прошлой неделе, Алексей Кучапин, руководитель организации «Дом милосердия Киева», выехал из Киева в Днепр для того, чтобы встретиться с представителями другой общественной организации, которая занимается похожей работой с стариками и бездомными людьми. И не отвечал, не звонил на телефон, потом телефон перестал вообще отвечать, скорее всего, села батарейка или что-то еще случилось, и мы его не можем найти. У него жена и ребенок, которому всего 2 недели, ждут его дома. Пожалуйста, поделитесь этим видео. В титрах будут описания Алексея, а также вы видите фотографии его и особые приметы, какие могут быть. Поэтому делитесь этим видео, чтобы, может быть, увидят люди, которые видели его во время его дороги в Днепр или в Днепре. Спасибо вам. До свидания.